Раннее утро. В воздухе витает ощущение радости. В салонах красоты запись до позднего вечера. В цветочных магазинах запах роз смешался с ароматом тюльпанов и мимозы. 8 марта. В прошлом день борьбы за права женщин. В настоящем день, когда женщинам можно все. В приемном покое Института скорой помощи имени Склифосовского объявлена готовность номер 1. К вечеру сюда нескончаемой вереницей потянутся машины скорой помощи. Ножевые ранения, переломы, травмы головы. 80% пострадавших – пьяные женщины. 10% из них напились первый раз в своей жизни. Это их жизнь. Их право и их выбор. Потому что это их день.